Разъяренный китаец не смог зайти в метро с рыбками и убил их. В Китае мужчина убил двух золотых рыбок перед входом в метро, когда охрана отказалась пустить его внутрь с ними. Об этом пишет South China Morning Post. Инцидент произошел в Чжанчжоу, провинция Хэнань. Китайца задержали у пропускного пункта на входе в метро, так как он держал в руках пластиковый контейнер с двумя рыбами. Охранники объяснили ему, что он не может войти, так как перевозчик запретил перевозить домашних животных, не только собак и кошек, но и рыб и даже насекомых. Мужчина попытался оспорить этот запрет, но разозлился и начал выливать воду из контейнера. Его попытались остановить, тогда владелец рыб выбросил питомцев на пол, где они и задохнулись. Метро работает на электричестве, так что любые утечки воды могут вызвать перебой, объяснил глава безопасности на станции Чэньсинь. Пользователи китайской социальной сети Weibo обвинили в смерти рыбок бюрократию. Аквариумные рыбки несопоставимы с кошками и собаками. Они не мочатся и не взаимодействуют с другими людьми, отметил один из них. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале Лента Дна. Подпишись, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.